Здравствуйте! С вами Светлана. И сегодня у нас с вами будет мастер-класс к Дню Святого Валентина. Для этого нам нужен цветная бумага, такая вот блестючая, красивая, из магазина Fix Price. Также картон из магазина Fix Price. Я воспользовалась в этот раз клеем кристалл прозрачным, ножницы. И я хочу воспользоваться тоже из магазина Fix Price декоративными такими вот элементами. Так. У меня с прошлого года остался ватман. Ватман у вас может быть различного размера. У меня большой офисный размер. И еще нам нужно будет с вами рамку. Рамку можно большую, маленькую, любого размера, какой вы захотите. Мы будем сегодня делать с вами картину панно «Сердце из бабочек». Для этого нам нужно будет из цветного картона воспользоваться им. На цветном картоне нам нужно будет или по шаблону, или своими руками нарисовать бабочку. Нарисовать бабочку столько штук, какая у вас будет рамка, большая или маленькая. На маленькую рамочку, естественно, нужно будет нам поменьше бабочек. На большую рамку нам нужно будет побольше бабочек. Я нарисовала и вырезала уже бабочек розового цвета из плотного картона. И из вот такого блестящей бумаги красного цвета я уже сделала заготовочки бабочки. Вырезала, вот сейчас вам покажу на примере розового картона. Вырезала бабочек. Вырезала бабочек. И теперь мне нужно их вот так вот сложить. Придать им форму. Вот так вот мы сложим. Придадим форму бабочкам. А у меня будет картина состоять панно из красных бабочек и розовых бабочек. Вы можете выбрать любой цвет, какой вы хотите. Покажу, что у меня получилось. Так, отставим. У меня получилась рамка, которую я покупала. Ватман, который я покупала в прошлом году и вставила в рамку. И сделала сердце из бабочек. Сердце из красных бабочек. И розовые бабочки летят в сердце. Вот у меня такая была задумка. Приклеивала я на прозрачный клей «Момент». Все делается быстро. Ну и мне кажется, красиво. Вот мне придется еще доклеить, наверное, вот сюда вот бабочку. Сейчас мы с вами это сделаем. Берем клей «Момент». У меня уже клей «Момента» мало, смотрю, остается. Клей. И мы приклеиваем вот сюда. У меня была такая задумка, что сердце из бабочек, и в это же сердце летят бабочки розовые. Это мужское сердце, красное, пылающее сердце. И в его сердце врываются розовые бабочки. В прошлом году я делала большое панно на всю стену в спальню.
И бабочек туда ушло очень много. Но на всю стену панно это, ну, конечно, шедеврально. Показать не могу, так как уже с прошлого года я разобрала это панно. Кто не хочет и у кого нет большой рамки, можно сделать в маленькую рамку, допустим, из магазина Fix Price. Там есть рамки, фоторамки. И в эту рамку можно сделать тоже такое же сердце, только оно будет немного меньше. Вот опущу немножечко. Вот. Мне кажется, симпатично. Но если вы захотите что-то другое изобразить, я просто вам немножечко так подсказочку делаю. Если у вас фантазия своя какая-то будет, пожалуйста, делайте. С вами была Светлана. Пока-пока!